прекрасный сегодня день весенний. Наши коровки, телята, телята наши принимают солнечные ванны. Джерсейская вот выходит. Привет, не сюда, малыш. Я решил сегодня снять такое видео, которое очень давно уже просто, чтобы его сняли, а именно определение количества сокращений рубца. Это очень важный инструмент в диагностике дистонии и желудков, атонии, гипотонии. И вообще определение здорового статуса коровы. Потому что важно, как мы знаем, это основа деятельности пищеварения собственно коров в нашей работе. Поэтому при любых заболеваниях один из первых симптомов это утрата аппетита, а также прекращение, замедление жвачки или прекращение жевательных движений. Так вот, сейчас мы пройдем коровам, и я вам расскажу и покажу, каким образом замерять количество сокращений рубца. Это простой очень метод, доступный абсолютно всем. И потом уже буду давать вам ссылки на это видео, когда буду говорить про это понятие, что делайте, посмотрите, как сокращается рубец, буду давать ссылки уже на это видео. Ну что ж, вперед! Thank you.